Привет всем! Чтобы сэкономить на покупках с AliExpress, пользуйтесь кэшбэк-сервисом AliBonus. Он позволяет вернуть до 10% от стоимости вашего заказа. Есть удобное приложение для браузера, которое сразу показывает надежность продавца прямо на сайте и динамику цены на его товар. У сервиса есть разные способы вывода ваших денег. На счет мобильного телефона, WebMoney, Яндекс.Деньги или на Kiwi кошелек. А еще есть удобное приложение для мобильных. Оно доступно для iOS и Android. Я подготовил для вас 15 интересных электронных товаров из Китая с сайта AliExpress. Новинки электроники появляются в Китае с бешеной скоростью. Каждую неделю придумывают что-то новенькое, интересное и усовершенствуют старые модели. Как обычно, тех, кто досмотрит видео до конца, ждет конкурс. И приз будет разыгран уже в ближайшее воскресенье. Начинаем! Куб-проектор. Новинка, появившаяся совсем недавно и ставшая уже очень популярна благодаря своей цене. Этот проектор стоит всего $75. По текущему курсу это немногим более 4000 рублей. Наверное, это рекорд в цене среди мобильных проекторов. Куб имеет размеры по всем граням 4,5 см. И этот малыш может создавать экран с диагональю 70 дюймов на расстоянии в 4 метра. Играет видео с microSD-карт. Поддерживает все популярные сегодня форматы видео. AV, MKV, MP4. В проектор уже встроен аккумулятор. От него он работает до 30 минут. Подзаряжать можно от обычного USB. Также есть небольшой встроенный динамик и аудиовход для подключения колонок побольше. Разрешение по современным меркам у него небольшое – 640 на 360 точек, но картинка все равно очень достойная. Управление проектором осуществляется с помощью кнопок на корпусе. В общем, это классный бюджетный мобильный проектор для создания экрана в любом месте. Bluetooth-колонка. Стильная ретро-колонка, стилизованная под дерево. Только вот начинка у нее совсем не ретро. Это современный Bluetooth-стереодинамик со встроенным литиевым аккумулятором и возможностью играть музыку с телефона по Bluetooth, с SD-карт и флешек. Колонка громкая, в нее установлены два динамика по 3 Вт, и от аккумулятора она играет музыку несколько часов. Послужит классным украшением интерьера квартиры и можно взять с собой на природу. Сушилка для обуви. Старая, проверенная годами модель, очень классной сушилки для обуви. Она интересна тем, что у нее есть таймер, выставив который, можно будет забыть о том, что сушилку надо выключать. Внутри нее нагреватель и вентилятор. Горячий воздух выходит из кончиков, что гарантирует полную и быструю сушку обуви. Сушилка складная, есть двух цветов, черная и белая. Сделана из прочного пластика и очень долго вам прослужит. Сушилка есть на российском складе, поэтому доставка будет быстрой и без таможенного оформления. Часы с проектором. Многофункциональный прикроватный будильник с термометром и проекцией времени на потолок. Работает от 3 батареек и от 5-вольтового блока питания. В комплекте его нет. При работе от батареек находится в режиме энергосбережения. И экран включается только при нажатии на кнопку. А от внешнего источника экран будет включен всегда. Еще у часов есть функция проговаривания времени на английском языке. Вдруг вы английский захотите подтянуть. PowerCube. Классный разветвитель на 4 стандартные розетки 220 вольт с заземлением и двумя USB портами. Отличная штука для одиночной розетки в стене. Позволит подключить множество разных бытовых электроприборов без использования удлинителей. А встроенные USB порты избавят вас от торчащих зарядок для мобильного. USB порты выдают ток до 2 ампер, а еще кубы можно стыковать между собой, тем самым увеличивая количество розеток. Танцующие колонки. Очень крутая и классная идея встроить в колонки фонтан со светодиодной подсветкой. Получается такой домашний Дубай. Во время игры музыки фонтан автоматически начинает работать как эквалайзер и бить струями на разную высоту. Смотреть, как работают колонки, можно бесконечно. Они станут хорошим украшением на столе. Продаются разных цветов. Черные, белые, синие и розовые. Подключить их можно к компьютеру или телефону. У колонок стандартный аудио-джек разъем. Мощность динамиков небольшая, 3 Вт, но этого достаточно для небольшой комнаты. Объектив для смартфона. В этом комплекте сразу два объектива, которые накручиваются один на другой. Первый широкоугольный, позволяет расширить угол съемки, но при этом не будет эффекта рыбьего глаза. А если накрутить на него вторую линзу, то вы получите объектив для макросъемки с увеличением в 12 крат. Цепляется прищепкой на камеру любого смартфона. Затемнений по углам нет, линзы стеклянные.
Комплект очень качественный, сгодится и на подарок. Подставка для планшета. Складная подставка для гаджетов любых размеров. Ее можно отрегулировать под любой телефон или планшет. Поставить его вертикально, горизонтально или выставить угол наклона. А еще даже для обычных книг пригодится. Есть противоскользящие резинки на опорах. В сложенном виде занимает очень мало места. И подставку можно брать с собой. Кнопка для смартфона. Беспроводная Bluetooth кнопка. Она совместима с Android и iOS устройствами. Работает как пульт дистанционного управления камерой телефона. И с ее помощью можно фотографировать себя любимого, находясь от телефона на расстоянии до 10 метров. Кейс для диска. Классный кейс для жесткого диска на 2,5 дюйма. Он нужен, чтобы сделать переносное хранилище данных. Подключается к компьютеру через USB 3.0 разъем, поэтому скорость обмена будет очень высокой. Кейс сделан из прозрачного акрилового пластика, и жесткие диски в нем будут очень классно выглядеть. В комплекте идет сам кейс и USB 3.0 кабель для подключения. Прищепка для фото. Этот зажим предназначен для закрепления беспроводной вспышки или автономного источника света. Но благодаря подвижной шаровой головке со стандартным винтом он подойдет и для фиксации экшн-камер. Часто неудобно таскать с собой большой штатив. А держать камеру в руках длительное время надоедает. Вот тогда и пригодится эта прищепка. Многоточечный Bluetooth. Большинство телевизоров не оборудованы Bluetooth-связью, а зря. Сегодня существует уже очень много разных Bluetooth-наушников. Они удобны тем, что нет провода, и можно смотреть фильмы на большой громкости, никому не мешая. Так вот, эта маленькая черная фиговинка – это двухканальный Bluetooth-передатчик. Он подключается к аудиовыходу телевизора, приставке или к любому другому устройству, у которого есть аудиовыход, и передает от него звук по Bluetooth на наушнике. К нему можно подключить сразу два комплекта ушей. Работает от встроенного аккумулятора, который заряжается от порта USB. Отличная штука для расширения функционала, существующей у вас в технике. Длинная колонка. Еще один интересный Bluetooth динамик. Высота этой колонки всего 5,5 см, а длина 42. Благодаря таким размерам колонка удобно разместиться на столе под монитором или под телевизором и будет приятно смотреться в интерьере квартиры. С торца у нее располагается ручка регулировки громкости и включения. Суммарная мощность динамиков 10 Вт, а работает от встроенного аккумулятора емкостью 1800 мА. И время автономной работы достигает 6 часов. Есть слот для microSD-карт и аудиовход. Уличный светильник. Это автономный комплект уличного прожектора с датчиком движения и солнечной панелью на обратной стороне для зарядки. Внутри светильника установлен аккумулятор, и при срабатывании датчика прожектор включается на 30 секунд. Есть три режима работы, которые можно изменять. Такой прожектор можно повесить в местах, не оборудованных электричеством. Около калитки, например, или перед входом в бытовку. Указан класс защиты IP65. А это значит, что светильник пригоден для работы на улице. На него 1500 заказов, и многие заказывают повторно. Bluetooth наушники. Топовые и очень популярные Bluetooth наушники накладного типа. Это одни из самых популярных наушников на AliExpress. На них почти 12 тысяч заказов. Дело в том, что все подвижные части наушников сделаны из металла, то есть полностью металлический каркас и металлические петли. Поэтому просто уронив их на пол, им ничего не будет, они не сломаются. Работают от аккумулятора на 1100 мА, и его хватает на 20 часов работы. В самих наушниках еще есть слот для microSD-карты, и можно слушать музыку прямо с нее. То есть получается это еще и MP3 плеер. Есть стандартный аудиовход на 3,5 мм для подключения наушников проводом. Качество звука в них великолепное. Глубокий и приятный бас. Если вы ищете хорошие и качественные Bluetooth наушники, которые прослужат очень долго, то этот вариант заслуживает внимания. Ссылки на все товары будут в описании к данному видео. А теперь конкурс. И призом будет абсолютно любой товар из Китая по вашему выбору на 1000 рублей. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать в комментарии, какой товар вам понравился больше всего.
Если вы часто совершаете покупки на AliExpress, то не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом EPN. Я работаю с ним уже более 2 лет и сэкономил сотни долларов на своих заказах. Деньги мне возвращает сам AliExpress, но делает это не напрямую, а через посредника EPN. Ссылка на скидку и видео о том, как пользоваться кэшбэком, будет в описании к видео. Еще в плагине EPN недавно появилась новая функция – динамика цен. Она позволяет увидеть, какая цена была раньше на этот товар, и понять, выгодно его сейчас покупать или нет. А я прощаюсь. Пока-пока!